это Мираж Фантом. Вау, я думал, это что-то завелось что-то. Нет, кто-то, оказалось, что это кто-то завелся. Вот, я, да, кажется иногда, что это мираж, это какая-то невозможная ситуация, что вы все-таки собрались на достаточно таком масштабном концерте в Питере, и эта презентация, которая в Москве перенеслась, благо, что здесь все состоялось. Должен отметить такой маленький нюанс. Оставайтесь на своих местах. Это залог того, что этот концерт будет продолжаться и не остановится. Спасибо. Thank you.
Ну что же, понятно одно точно. Петь вы не разучились. Скандировать тоже. А теперь мы проверим, выучили ли вы песни с нового альбома. Следующие песни есть. Что вам попеть? Так что не стесняйтесь во всю мощь, чтобы, как многие любят после концерта, потерять голос. На время, конечно. На время. Вы готовы?
чувствую. Это очень круто. Спасибо большое. Продолжаем в том же духе. Ну а пока Фианон велел остановиться. Раны его были смертельные, и он знал, что час его ближе. Но бросив последний взгляд со склона Фарахитрина, он узрел вдали пики Тунгародрима, мощнейший из твердых Средиземья. И осознал в прозрении смерти, что никогда не достанет он Олдоров силы сокрушить их. Но трижды проклял он имя Моргота и оставил сыновьям завет хранить клятву и отомстить за отца. Затем он умер, но нет у него ни могилы, ни гробницы, ибо столь пламенным был его дух, что едва он облетел, тело Фионора стало золотым и развеялось, как дым. Подобных ему никогда больше не появлялась Варди, а дух его не покидал чертогов Манлис. Так закончил жизнь величайший из Нолдоров, чьи дела принесли им огромную славу и гибель лишила беду.
Дима и такого не замечал раньше. Вы его реально вдохновили, ребят. Соскучился по концерту, 3 месяца не выступали. 3 месяца. Слушайте, это даже смешно, правда. Но, к сожалению, мы в новой реальности, так что адаптируемся. Человек может к всему практически адаптироваться. И мы что, не люди, что ли? И мы адаптируемся с песней «Пройди свой».
Я остаюсь. Путь. Я остаюсь. Да, дорогие друзья, сегодня с нами выступают Митяй, Пётр, и еще будет один замечательный. И будет еще замечательный гость, которого мы с удовольствием ждем. Так что. Но пока это тайна, покрытая была. Ну почему? Не совсем. Поехали!
поводу не лень. И поднять собственный зад и приехать к нам туда. Welcome. Будем очень рады. Круто здесь, Верхов. Спасибо. Спасибо, пацаны, я вас люблю. Мы тебя тоже любим. И главное, конечно, мы понимаем, что если есть возможность, хотят-то все, наверное, а вот денежки — это такое дело. Дорогие друзья, спасибо огромное, что вы сегодня с нами. Для нас это очень много значит. Да. И... мы, конечно же, верим, что очень скоро все закончится, и мы будем наслаждаться полноформатными концертами. Вот. Ну а пока... Доставать? Вы уже все с телефонами снимаете? Зажигайте фонари на своих телефонах, хватит снимать. Давайте споем все вместе следующую песню. Саги. Усилия льда.
мощнейший хит-блок завершен. Я, кстати, хотел напомнить, а приоткрыть небольшую тайну, связанную с тем, что у альбома «Баллад» под названием «Всадник из льда» в декабре юбилей такой. 10 лет исполнился этому альбому, если я не ошибаюсь, Юра не даст соврать, 24 декабря. И к этому событию, к этому поводу мы приготовили маленький сюрприз. Маленький сюрприз. Не знаю, сказать, что это сюрприз, или пока не стоит. Да, зачем? Пусть стоятся. Ну, нет, 24-го вы просто все услышите, а что узнать-то? Тут надо слушать. В общем, готовьтесь, 24-го вас ждет сюрприз. Ну, может, кто-то уже знает, где-то я проболтался, наверное. Сюрприз лучше, чем не сюрприз. Согласен, согласен. Привет, Дилан Маунт. Ну а сегодня у нас, как-никак, презентация альбома «Призраки и тени». И следующая песня именно с этого альбома, она набрала в нашем нештатном голосовании большее число голосов. Так что под ваши бурные аплодисменты «Паладин». We'll be right back.
У нас на YouTube-канале группа «Эпидемия». Когда-то мы поддались волне хайпа, немножко поздновато, но все-таки успели запрыгнуть в последний вагон и сняли кавер на «Чеканную монету». Да, мы тоже люди, да? Тоже можем похулиганить. И мы тогда обещали, что песня про Ведьмака, наша, собственного сочинения Юры Мелисова, выйдет в прошлом году. Но вышло, к сожалению, или, может, к счастью, что вообще вышло. Вот. Письмо Ведьмаку.
скучать. Ну, несмотря на то, что вы сидите, ощущение, что стоячка сегодня. Слушайте, жутко просто по-детски. Очень мощно. Ну а сейчас погружаемся в философскую атмосферу. И следующая песня «Пустошь» снова. Thank you.
флешмоб, спасибо. Спасибо организаторам флешмобов сегодняшних большое. Ну и заглавная композиция альбома прозвучит сейчас. «Призраки и...» Ваши руки. We'll be right back.
Я вспоминаю старый добрый советский фильм. А что вы здесь сидите? Кино-то уже давно кончилось. Нет, вы еще хотите, да? Давайте тогда их позовем. Потому что я их не выгоняю на сцену, они упираются. Эй, Би! Thank you.
спасибо группе «Эпидемия» и еще раз лично хочу вас. Ребята, вас нравится сингл нового альбома. Очень-очень-очень круто и глобально вам нужен. Спасибо вам! Спасибо, Юра Лесов! Легко случайно, поэтому это сюрприз для меня и для вас очень рад. Да, отнимусь еще раз. Павел Окунев! Женя Егоров! Спасибо, друзья! Это было здорово, на самом деле, Питер всегда как-то нас спасает от тоски, и год назад мы умудрились здесь выступить в октябре. И мы, в общем-то, приехали в мае к вам, и как-то умудрились тоже в такое время выступить. И сейчас вот 3 месяца у нас не было, и снова вот с Питера начался наш тур с новым альбомом. Так что ваш город, конечно, для нас особенный всегда теперь. Я чуть не оглох просто. Отдельное спасибо нашему фэн-клубу за флешмоб, за баннеры, за подарок, за поздравления, за то, что всегда с нами. Спасибо, ребят, тоже вам огромное. Ну, наверное, уже можно в этом году, уже мы вряд ли с вами увидимся, поздравить вас тоже с наступающими праздниками, пожелать всего самого лучшего в наступающем году, чтобы все было хорошо и замечательно, и лучше. Сами знаете, какой лучший подарок. То есть можно сделать 2 подарка. Купить мерч «Эпидемии», сделать подарок друзьям и группе. Получается тоже сразу. Так что после концерта проходите. Ну и за то, что вы у нас всегда самые замечательные, самые лучшие и просто, ну, самые родные, вам можно встать и подойти даже к сцене на последнюю песню. За что спасибо дирекции клуба. Спасибо клубу, а не клуба. Но, естественно, ведем себя все аккуратно. 1.5 метра, ребят, не забывайте. 1.5 метра. От музыкантов. Давайте, ну правда, шахматы по порядку. Так, а то ну попки отсидели все свои. Немножечко надо размяться, попрыгать. Но мы никому не скажем. Да. Ну, а кто хочет посидеть, сидите, отдыхайте. Наслаждайтесь поездкой. Спасибо еще раз вам огромное. Это было прекрасно. Вы так близко. Так.
что же, дорогие друзья, спасибо вам за этот шквал энергии, лютый, горячий, и чувствуется, что все истосковались, это очень здорово. Хоть какая-то польза есть, что ли, не знаю, какие-то плюсы, точнее, не польза, плюсы. Но, кстати говоря, если вы заметили, пару песен с нового альбома не прозвучали, но вы их услышите, если приедете на презентацию в Москву в феврале, 13 февраля в следующем году. Буду рады видеть вас вновь. Но о сегодняшнем концерте принимали участие наши дорогие друзья, уже старшие нам семьей, можно сказать так, Петр Елфимов. Музыканты группы «Эпидемия», барабаны Дмитрий Кривенков. Бас-гитара Илья Мамонтов. Гитара Дмитрий Процко. Лидер группы «Эпидемия» Юрий Немица. Евгений Егоров, вокал! Максу Нарышеву. Большое спасибо оператору световой установки Дмитрию Макарову. И сегодня видели прикольные видео, ряды были. Реально прикольные. Но тогда объявлю еще Артемий Кушелон. Ваши аплодисменты. Большое спасибо. Я надеюсь, что скоро увидимся. До новых встреч.